Мероприятие очень само по себе интересное. В каком плане? Что здесь можно увидеть самые различные направления народного творчества, не только прикладники, мастера, да, вот их очень много на самом деле, очень много интересных работ, но также и смотришь, как поддерживается традиция в пошивах костюмов, выделки шкур, да, мехов, так, обработка мехов какая, да. Интересно, много, многие вещи такие, они полезные, полезно знать о них. Да, и просто народу тоже интересно увидеть все это, чем у нас на Камчатке народ занимается. Это очень хорошо и, думаю, очень даже нужное направление. Чем интересна эта выставка? Дело в том, что здесь проходят концерты различных культур камчатских, именно коряков, и тельменов, эвенов, да, чукчей. Вот. И, соответственно, свои концертные номера. Каждый старается представить свой народ, это культуру своего народа, как танцуют, определенные движения какие-то, что они означают. Это очень важно. И мы в этих рамках тоже представляем свой народ эвенов. Эвенский танец. Чем он отличается? Характерные его черты. Вот. Почему именно так двигается народ? Да? Почему именно эти движения взяты в танцах? Вот. Чем они отличаются? То есть это на самом деле очень полезно в каком плане? Чтобы народ видел, зрители понимали, что культуры чем-то различаются между собой. Это не общий северный танец, как обычно. Ой, северяне танцуют, пошли смотреть. То есть как бы под этим словом «северяне танцуют» уже как бы смазываются все эти краски отличительные, да? Грани какие-то стираются. Вот. На самом деле разграничения должны быть, чтобы было понятно, что эвены – это эвены. У них и определенный костюм, определенное какое-то свое сопровождение голосовое, там песни, подкрики свои определенные и так далее. Вот этим вот интересно будет.